Всем привет, с вами Миссионер Джейн, и сегодня мы продолжаем проходить режим рейд в игре Resident Evil Revelations на уровне сложности Rove. А что же нас сегодня ждет? Сегодня нас ждут те же самые уровни, что и на уровне сложности Пропасть, однако здесь врагов должно быть больше, но насколько больше, я понятия не имею, так как мы стараемся пройти вслепую на ранг S. Да, даже для меня это весьма хардкорно. Вслепую на S. Ну, хватит лишних слов. Давайте уже закончим все наши дела с вот этим здоровяком и продолжим обследовать нижние уровни. Внешний вид чудовищ не устает меня удивлять и не отвратительны. Это что было вообще такое? Ну все, вроде... А, нет, не все, нам же еще не дали ключ, мы отсюда не можем выйти без ключа. Говорит, внимание! Там чего-то не работает. Так давайте включим, чего именно там не работает. По сюжетной линии мы все это дело помним. Ну да, конечно, времени режим рейд отнимает гораздо больше, чем сюжетная линия. Я на это даже и не рассчитывала. Обычно бонусные этапы меньше времени и сил занимают, но здесь же мало того, что приходится проходить этот режим, еще и зарабатывать очки сражения, помимо этого еще прокачивать уровень навыков своего героя. Но это, конечно же, жесть. Ну давай, посмотри на меня. Какой маньяк придумал этот режим, я не знаю. Но очень надеюсь, что совсем мы справимся, и мне не придется долго возиться с этими уровнями на запись. Я очень часто возвращаюсь на предыдущие уже пройденные локации, чтобы немного прокачаться. Но я же не буду это вам показывать по 100 раз одно и то же. Оу, оу, оу. Так, сейчас будет... Ау! Ну все, прощай бонус неуязвимости. За бонусами я потом, пожалуй, сама вернусь. Так как играем вслепую, я не могу даже отвечать, получим мы бонус геноцида или нет. Как я поняла, враги прибавились значительно. И где именно они могут прятаться, я не знаю. Это надо не раз, не один, не два пробежать по локации и изучить местоположение всех врагов, чтобы получить этот бонус геноцида. Оу-оу! Тихо! Вот раздражает, что они прям вот там, где их не ожидаешь увидеть, там они и появляются. Да, не очень хорошо я бросила сейчас гранату. Что-то наши рыбки там тусуются. Похоже, что я их совершенно не интересую. А может, и интересую? Вау! Это уже чересчур. Например, как пользоваться уклонением в игре Resident Evil Nemesis, я так и не поняла. А как уклоняться здесь, мне кажется, уже более-менее ясно. Ну, в Nemesis я очень давно играла. Но не будем возвращаться туда. Давайте продолжать жить здесь. Время не останавливается. Один поток пара мы убрали. Насколько мы помним по сюжетной линии и по легкому уровню сложности, нам нужно найти ключ перезапуска. Все то же самое задание, только уже в одиночку.
Да и напарник-то много дел не делал. Я бы не сказала, что он прям прикрывал нашу спину конкретно. Бездельничал тоже. С его рогаткой особо не поприкрываешь напарника. Ключ перезапуска у нас здесь лежит. Хорошо было бы шарахнуть гранатометом от души по этому механизму, чтобы он сам открылся. Но, наверное, это не работает. Эй-эй-эй! Ну давай, выпрыгни из воды. Двоих одним выстрелом. Молодец, Джилл. А тебя я вижу, дорогой. О! О! Что это было вообще? Я же не уклонялась. Он мимо, походу, прыгнул. О, нет! Какой голодный, а! Здесь все совсем оголодали. Как я поняла, Зенобия бродила по морю уже целый год. Как эти чудовища выживали здесь этот год без еды, я не знаю. Жрали друг друга? Тогда что же у вас так много-то? Да еще и резкие такие. Двигаются, ого-го. Ну? И чего же мы медлим, а? Под водой застрелить нельзя, вот заколоть очень даже можно. Нравится мне, как Джилл тычет в бок этим ножиком. Очень воинственная, очень. Эта дверь не откроется. Бесполезно. Все это мы давно знаем. Но сейчас мне следовало бы еще двойную осторожность соблюдать. После каждого открытия новой двери сразу отбегать куда-нибудь в сторону. Мало ли какая засада. Поток пара в секторе А прекратился. Давайте отправимся туда и перекроем пар совсем. Не понимаю, почему нельзя было сделать этого раньше. Что-то не то. В какой именно момент здесь могут выскочить твари, я не знаю. Давайте уже закончим нашу работу. Совсем сбросим давление. Все. 24 уровня? Нет, знаешь, я что-то к тебе подходить не хочу. Мало ли там в воде кто может прятаться. Здесь хотя бы шкала жизни показана. Можно угадать, с какой стороны кто прячется. О, приветик. Здесь никто не появился? Да вроде бы нет. Давайте зайдем. Ой, как мне страшно что-то. О, нет! Отпусти! Ах ты мелкий паразит, а! Ты когда нажрешься-то, а? Сколько их здесь? И с этими такая же история. Все жрали бы и жрали. Все. Нет, 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 в эту дверь я не пойду, там, наверное, врагов нет. О!
Ну почему я такая неосторожная? Я же сказала, что буду осторожнее впредь. Лишь бы ранг S схватить. Вот в чем загвоздка-то. А! Сзади! Между прочим, это подло. Это очень подло нападать из-под тишка. Но я тоже так умею. Давайте уже заберем этот ключ перезапуска и отправимся к концу миссии. Все, трезубец установлен. Там никого нет. Тогда берем ключ и идем. Я сказала, никого нет. Ты меня не слышал? Если я так сказала, значит, ты не должен был выходить. О, нет. О! А ты резкая, Джим. Верткая, ловкая. Шикарно. Этого мало. Ему мало. О, нет. Ай, нарыв, она не действует. Отлично, будем знать, что эта штука нарыв не действует. Ах ты, килька несчастная. Все. Кажется, путь свободен. А, нет, не свободен. Все равно надо быть начеку. Каждую секунду может здесь новая засада активироваться. Вроде бы все немножечко успокоилось. Ага, размечталась. Мечты с реальностью не сопоставляются, однако. Надо поскорее обернуться. Жил, обернись! Ну, я так и думала. Разве бывает в жизни что-то просто так? Подойди ко мне, дорогой. Почему написано, что нож наносит большой урон? Как по мне, так совсем мизерный. Ну, кажется, мы справились уже со своей задачей, и можно уходить. Джилл, скажи, что это было безукоризненно. Я тебя прошу, я тебя умоляю просто. Ух, можно вздохнуть с облегчением. Да, ранг S мы сейчас все-таки получим. Ура! I'm ready. Ладно, да, я и вправду готова. Только вот к чему? Если такая засада была на уровне сложности пропасть, то что будет сейчас? Главное, что у меня с гранатами полный порядок. В последнее время у меня нет проблем с финансами. Могу позволить себе полностью прикупить экипировку. Ну, кто здесь у нас? Что тихо-то так стало? Ну, я так, собственно говоря, и думала. А иди ко мне. Иди ко мне, песик. Наверное, скоро придется покупать максимальный запас травы, сумку. Мало ли что. Воу! Где ты? Вот ведь твари, а! Я их терпеть не могу. Совсем их не видно ведь. Ну подойди поближе, давай. Покажи, что умеешь. А! Ну погорячилась немного, успокойся. Почему нельзя быть мужчиной?
и не показаться мне на глаза. Мы с тобой разберемся со всеми нашими недомолвками. Ого-гошечки-го-го! Это что ж за ерунда такая? Супербыстрый волк, еще и с огромным запасом здоровья. Спасибо вам за подарок, разработчики. Огромное вам спасибо. Если уж выбросили меня в самое пекло, то хотя бы экипировку бесплатно дали. А так приходится со всем разбираться самостоятельно. Знаете, не пугайте совсем. Мне не страшно. Просто бесите. Да, игра значительно усложняется. Вы только посмотрите, кого к нам еще выбросило. Их здесь вообще не должно было быть. Кто-то сзади! Надо обернуться, как только наберусь смелости для этого. Хантер? С фиолетовым значком. Спасибо огромное. Еще и... с Кармельоны? О, похоже, сегодня будет пати. Оно уже в самом разгаре. Налетайте! Бесплатная вкуснятина. Только поймай сначала. Халявщики. Ну когда ж ты закончишься? Давай! Ха! Бесплатный сыр только в мышеловке, понял? Там и лови. Тебе с твоими умениями только мышей есть. Вкусно, рыбка. Вы меня совсем разозлили. Я ведь и психом могу стать из-за вас. Что, все? Это все? Ну, знаете, ничего сложного. Это было и вправду безукоризненно. Кажется, мы все-таки получим бонус геноцида. Да, получили. Поехали дальше. I'm ready. Чувствую я, сейчас начнется настоящее веселье. Потому что уровень прям с хантеров и начался. Давайте зажигать! Кстати, здесь сейф есть. Давайте сначала проверим, что в сейфе валяется. О! Денежки на патрончики в магазине. Насколько вы заметили, грузоподъемность нашей Джилл постепенно увеличивается. Благо, мне хватает финансов на то, чтобы покупать сумки для патронов и гранат. Не знаю, как там дальше будет. Что будем делать? Стрелять в двоих с одного выстрела. Да что ж я по башке-то попасть не могу? А ты подойди побыстрее сюда. А, и мы посмотрим, у кого стальные нервы. Вот. А враги постепенно наступают, да? Главное выстрелить в нужную секунду. Отличный выстрел, Джилл, не устаешь меня удивлять.
А, вот еще откуда повылазили. Ну давайте, у меня и на вас так-то патронов хватит. Надо мной решили поиздеваться, конечно же. Патроны здесь даются не так часто, как на уровне сложности пропасть. Представляю, что будет на бездне. Ну уж узнаем, когда узнаем. А пока давайте разберемся с теми врагами, которые уже имеются. Сейчас проверю второй этаж. Не хотелось бы ничего упускать. Но у меня почему-то возникает ощущение, что вся эта прогулочная палуба изначально делалась для того, чтобы устраивать испытания нашим героям. Ну, это естественно, конечно, но что-то не похоже это местечко на прогулочную палубу, если ее можно именно так называть. Прогулка та еще. И танцы с монстрами. Знаете, это настоящий круиз. Что-то мне не хочется никуда в круизы уезжать после таких игр. Интересно, а на таком лайнере сильно качает? Какие живучие! Жуть берет. 26-й левел уже. У наших дорогих, уважаемых монстров. А! Больно! Ты пробуждаешь зверя. А зверь во мне далеко не тушканчик. Ну и рожа. Какие ужимки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, если бы была хоть чуть на нее похожа. Видите, что вы меня заставляете делать? Я уже цитирую Крылова. Вкусно? Мне тоже кажется, что вкусно. Ну почему его-то ударить нельзя, я не понимаю. Хотя у него вместо левой руки культя. Рыбка! Рыбка, рыбка, рыбка! Пошли дальше. Наша задача убить врагов в казино. Как вы думаете, мы доберемся до казино живыми? Ай! Мне почему-то кажется, что доберемся. По дороге собираем специальные детали, но я их в основном продаю. О нет, фиолетовенький. Я не понимаю, я что такого сделала вам, чтобы это заслужить? На горло наступила? Надо обернуться. Вдруг сейчас рядом со мной какое-то чудовище. А! Я уже решила, что... Что это все? Я уже решила. Оу! Да, лучше поменять позицию. А! Фиолетовенький уже летит сюда. Да, большой за него бонус, однако, дали. Побольше таких бонусов. Уж дали бы сразу миллион. Вам что, жалко, что ли? Я в этом режиме рейд уже несколько дней сижу, если честно. Прокачиваюсь. Чтобы потом проблем не возникло.
Ну и, соответственно, устанавливаю уровень поближе к рекомендуемому. К рекомендуемому! Но не сам рекомендуемый, потому что у меня оружие не настолько хорошо прокачано. За достижениями я вернусь позже. Уже самостоятельно. Ну давай, подгружайся! Ау, быстрей! Нервы не железные. Нет, ну он издевается! Открывайся, Сим-Сим! Я не думаю, что это будет долго. Только как только перестанет этот дурень ходить по кругу. Ух, какой азарт, какой азарт! Вот они, мои азартные игры. Зомбей стрелять. Ты что, издеваешься? Нет, ты серьезно издеваешься, да? Издеваешься над моей меткостью? Думаешь, я в тебя не попаду? Ха-ха! Мне кажется, вам нравится, что я по вам стреляю, нет? Получаете какое-то извращенное удовольствие от пуль в башке. Иначе зачем бы нападали? Но? Ну чего вы ждете? Давайте все сразу! Чтобы я могла одним выстрелом из винтовки сразу нескольких положить. А что, мне нравится. Мне нравится бронебойность. Ну и что вы нам предоставите? Бензопильщики. Ну, благо, что они хоть не быстрые, они с ускоренными. Хоть что-то радует. Вы только не расходитесь. Я вот друг за дружкой идите, мне так удобнее будет. Мне кажется, вы должны со мной считаться, нет? Фу, какая гадость. В помещении нельзя плеваться. Как их прет. Похоже, что им нравится гоняться за мной. Минус один. Теперь твоя очередь, дорогой. Но. Вот так. Умница, давай, иди за мной, за мной, за мной. Это было жестко. Так, а почему я не слышу звука завершения уровня? Ах ты ж, ёперный ты театр! Оперный балет! Еще двое! Я не рассчитывала. Я понятия не имела, что еще двое придут. Он... Один что, в обход пошел? Точно! Они решили меня окружить. Ну ладно, попробуйте. Могу дать вам один шанс, но всего один. Я сделаю вид, что я вас испугалась. Help me, help me, пожалуйста! Мне никто не помогает, у меня кончаются патроны, помогите! Ну, это даже смешно. Так, один закончился. Остался еще один. Всего один. Но, надеюсь, уж третьей волной, да, они не пойдут. О! Третьей волной пошли, но не бензопильщики. Тут у нас еще гости. Азартные игроки.
решили отыграться. Учтите, надо вовремя останавливаться. Всегда надо останавливаться вовремя. Ой, надо быть поаккуратнее, здесь вон еще эти валяются, капканы. Наплеванные, бэ. Тише, 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 тише. Полегче. Вот фиолетовый вот этот, моя главная проблема. Я так и не поняла, как их убивать. Наверное, все-таки по болезненным местам стрелять, но почему-то все равно очень мало жизни отнимает. Хотя или я такая разбалованная, мне хочется все побыстрее, да побыстрее. Эва как отлетает. Уж подожду, пока он поднимется, а потом опять ему обломчик сделаю. Скажет, ну я только-только встал. А вы меня опять опрокидываете. А кто это у нас там спит, маленький? Как я говорю, маленький да удаленький. Там еще один монстрик стоит. Но что за монстрик, сейчас мы посмотрим. Рука-крюк. Сейчас, наверное, с ним покончим, и больше врагов не будет. Можно будет разбить эмблему. Ух! Я бы не сказала, что это было трудно. Остается только надеяться, что Джилл скажет, это было безукоризненно, потому что мы здесь надолго задержались. Да, это было безукоризненно. Хотя я не сомневалась. Нет, нисколько. Спасибо, Джилл. И за это большое спасибо. А, что? Что за ерунда? Почему хантеры? Еще и невидимки. Я вообще-то рассчитывала на зомби, но ладно. Если вы так хотите поиграть, то я и с вами поиграю. Но... Нет, только не здесь, только не хантеры. Ладно, если вы хотите хантеров здесь разводить, то тогда давайте на базе в аэропорту. Будут тогда зомби, а не хантеры. Хотя с кем я договариваюсь? Меня никто не слышит. Никого не волнует мое мнение, никого не волнует моя психика. Что же будет здесь на уровне сложности бездна? Боюсь представить. Ладно, с меня хватит страданий. Я сказала, хватит страданий. Пора воевать. И воевать от души. Пока лечиться не буду, чтобы... Ну вот, сказала. Хотела сказать, чтобы контролировать, сколько урона мне нанесли. Нанесут большой урон, прощай, С. А я не хочу переигрывать. Потому что играем мы вслепую. Ой, как же я надеюсь, что хантеров здесь будет немного. Вот прям мечтаю я об этом. И понять-то я никак не могу, что я такого сделала вам, что вы меня так ненавидите! Пришли на смотровую площадку. Хо-хоу! И вот где, спрашивается, прятаться, коль они со всех сторон лезут? Ух, надо выдыхать, надо выдыхать. Медленно. Спокойно. Нет, нет, нет. О,
и жахнуло! А, здорово, здоровяк! Я как понимаю, тебе нравится, когда тебе в голову стреляют? Да что же они такие живучие? Граната, помоги! Мне больно вместе с нашей героиней. О май гад! Что вы делаете? Вы просто монстры, вы изверги! Вам ни героиню мою не жалко, ни меня. Хотя, знаете что? Жалеют только слабаков. Не хочу, чтобы меня жалели. Давайте, нападайте. Посмотрим, на что вы способны. Выбьете из меня ранг S или нет? Можем повеселиться. Но вам придется постараться. Вам придется сильно постараться. Ха. Мазила! Фиолетовенький, ты не обнаглел часом? Ох! Какой азарт, а? Какой азарт, давай! Что, сейчас эта тварь придет, да? Я так и знала. Ускоренка? Ну давай поиграем. Давай поиграем. У меня и на тебя хватит патронов. Как только я прекращу промазывать, мы сразу договоримся. Со мной лучше водить дружбу. Враг из тебя никакой. Ну чего ж ты стоишь? Хватит смотреть на меня! Ты вообще что ли целиться не умеешь? А? Мазила ты! Ты мазила! Давай! Давай повеселимся! Ну чего ты стоишь? Испугался? Ты боишься? Малыш испугался! Он сделан из нескольких частей? То есть бежать ты сегодня не собираешься, да? Слушай, выпрыгивай уже в окошко, а? Чтоб ни себе, ни мне проблем не создавать. Хо! Это было очень страшно. Я очень сильно испугалась. И все такое. Все в этом духе. Фыркает чего-то. Из чего сделана эта тварь, я понять не могу, потому что она может рассыпаться и опять собраться заново. Кажется, все. Эх, это было проще простого. Давайте соберем все, что выпало. Что? Что? Еще один? Этот медлительнее должен быть. У него вон другой значок. И жизни у него поменьше. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну, то, что он больше, чем тот, это меня не должно напугать. Я тебя не боюсь.
давай поговорим. С твоим брательником поговорили и с тобой пообщаемся. Сколько я вас уже положила? Не пугайте, совершенно. Что на винтовку патроны кончились, это безусловно плохо. Но не повод убегать. У нас еще оружие есть. Урона, конечно, он мало получает с нашего автомата. Я зарядилась в последний раз. Начнем воевать с пистолетиком. А чем плох пистолет на самом-то деле? Очень даже хорошее оружие. Я люблю пистолет. Видали? С автомата не смогла этого сделать, и с винтовки. А с пистолета он, видите ли, ему поплохело. Сильно поплохело. Валерьянки накапать? А тоже мне герой нашего времени. Ха! Насмешил. Очень смешно. Очень. А мы тем временем продолжаем. Эска? Эска! Я так и знала, что будет Эска. Меня не сильно ранили. Да, и бонус геноцида получили. Здорово! Так, нам надо в диспетчерскую ВПЛА. Так давайте до нее доберемся. И нам дают 15 минут. 15 минут на все про все. Да, по-моему, на уровне сложности пропасть нам больше давали, или нет, или мне показалось. Может, и показалось, собственно говоря. Ох, сколько их здесь! Как муравьи! Надо обернуть... Я так и знала, что надо обернуться на всякий случай. Здесь ничему нельзя верить. Так, все, вроде бы там нет никого. Ну что, тихо. Так, и сзади никто не идет. Пока все спокойно. Ну, если можно назвать это спокойствием, конечно. Его жизнь стремительно пала. Коротышка и здоровяк. Отличная пара. Лучшие друзья. Но долго он не протянул. Так, сзади опять никого нет. Можно успокоиться, к нам дали ключ. Окажется, возле лифта еще должна была прятаться рыбка. Нет? Сразу гранату возьму. О, угадала. Точнее, запомнила. Не будем больше с этими рыбками мучиться. Одна граната и хватит с нее. Ну давай, времени совсем нет. Ох, как долго. Издевается. Ну давай! Я больше не могу! О! Нормально, так, сейчас Рэйчел должна прийти. Ага, так и есть. Привет, Рэйчел! Как делишки? Давно не виделись. Так, лучше я ее положу здесь, в лифте, спать. Ух, у нее разрез на полбашки. Это ужасно.
А, я смотрю, на ней нет никакого значка. Значит, с ней не должно быть больших проблем. Как я и сказала. Оу! Стрелок там у нас. А у нас там крутой, да? Ну давай. Ну давай, смотри на меня, смотри. Тебе трудно, что ли? Крутизна. Так, лучше сначала спрятаться здесь. Но отсюда мы толком-то никуда и не спрыгнем, как я погляжу. Давайте вниз. Хотя я смотрю, там внизу враги. Можно было бы, конечно, их отсюда расстрелять, но я, наверное, поступлю по-другому. Немного по-хардкорю и спрыгну вниз к ним. Надеюсь, их здесь много не будет. Ха, живучий какой, а! Давай, тебе немного осталось, давай. О! Здесь еще и с ускоренкой. Кто вообще придумал эти значки? Ах, вот значит, как мы поступаем, да? Как мы поступаем с героями. Ого-го! Надо было их сверху расстреливать. Надо было. Было б да кабы. Что уж теперь говорить, коль мы уже внизу. Раз уж спустилась на свой страх и риск, будем разбираться с ними отсюда. Но если вдруг буду переигрывать, я имею в виду, что когда буду играть уже на уровне сложности бездна, я их лучше сверху расстреляю. Просто в этот раз, раз уж я внизу, ну раз уж я здесь, лучше не стоять на месте, вдруг они еще откуда-то стреляют. Это сколько же их здесь вообще появляется, я не понимаю. Откуда вы все беретесь? Чего вам надо? А между тем время продолжает капать. Секунды капают, капают, капают. Надо валить отсюда. Только откуда-то опять стреляют. Я понять не могу, откуда выстрелы мы слышим. О, наверху еще один прячется. Надо отойти подальше, чтобы он по нам не попал. О, все. Капканчики. Оу! Нельзя было сразу обернуться? Это мне только у себя спрашивать. Я поступаю иногда весьма неосмотрительно. Вот, например, зачем я спустилась сюда раньше времени? Хорошая мысль приходит потом. Да что такое? То, что она прицел убрала, не моя вина. Сама почему-то убирает винтовку. О! Я подошла слишком близко. Нет! Нет, господи! Пошел вон! Отвали от меня, я сказала! Чего тебе вообще надо? У меня ничего с собой нет! Ну? Давай, давай, давай! Реагируй на ловушку! Тебе же она нравится, тебе нравится, как она звучит. Поиграй. Да. С отчаяния начинаешь стрелять из пистолета, который у меня не прокачанный толком. Ну за что, за что? За что время так жестоко со мной? У нас осталось 7,5 минут. Как думаете, успеем? Или здесь еще какая-то засада будет нас ждать? Ну
Но это пока не засада. Это вообще ничто. Пустышка. О, двое? Ну ладно, давайте тогда побеседуем. Обсудим все наши проблемы и наши недомолвки. С одним разобрались, еще один остался. Но если остался один, уже никаких проблем возникнуть не должно, лишь бы сзади никто не подкрался. Вот это проблема. Все, кажется, все, мы всех убрали. Можно уходить. Скажи, что это было безукоризненно, верно? Да, это было безукоризненно. Вы представляете, какая великая трагедия? Мы бонус геноцида в прошлом уровне не получили. Это очень странно, потому что мне показалось, я всех убила. Давайте постараемся, по крайней мере, исправиться в этом уровне. Хотя, мне кажется, что еще стали появляться какие-то скрытые враги, которых мы не видим. Для этого надо получше изучать уровень, а не играть вслепую, как я сейчас делаю. Поэтому, если я когда-нибудь еще раз не получу бонус геноцида, уж меня не ругайте, это игра вслепую. Для лучшего результата надо пройти уровень хотя бы один раз, чтобы отыскать все «но» и тонкости. Какие длинные коридоры, а? Надеюсь, с затоплением у нас не будет больших проблем. Насколько я помню, уровень короткий. Но насыщенный! В прошлый раз нас ждали в конце уровня скармельоны. Сколько их здесь будет, боюсь представить. Но сначала, прежде чем говорить о скармельоне, давайте разберемся с этими зомбями. Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Чтоб тебя! Нам нужен ключ. Я помню, что под водой дверь закрытая. Для этого нам надо всех перебить здесь. Да хватит стрелять по мне! Я тебя последний раз предупреждаю. В твоей биографии написано, тебе еще недолго осталось. Двадцать восьмой уже левел у нас, у наших врагов. Они уже почувствовали себя королями ситуации. Ай! Терпеть не могу, когда кто-то подкрадывается. Хо, прямо с пола вылазит. Нет, я к этому не привыкну. Я к этому не привыкну, этот режим меня просто убивает. Своими наворотами. Сюжетная линия и то была проще. Даже на уровне сложности преисподняя, инферно. Что-то растанцевался. Ну сколько их еще здесь? Долго мне еще мучиться с вами? А ключ никак не дают, никак не закончатся эти твари. Еще стрелок где-то там. Или где-то тут. Короче, где-то здесь. Да. Ситуация, конечно, трагическая. Нас окружают опять. Я не люблю быть в окружении.
Ну где стрелок-то? Меня вот стрелок волнует. Убрать его, чтобы я смогла выйти на свет белый. Да. Отдохнуть и расслабиться не получается толком. Это место держит напряжение и даже меня. Как тебя зовут? Ну, слишком мелкое имя, слишком, я не могу прочитать. У этого тоже 28-й левел, но, блин, значок этот зеленый. Он меня раздражает. Кажется, это последний... Хотела сказать, это последний монстр здесь. Да, я слишком расслабилась. Уже думала, что здесь больше никого не будет. А оказалось, нет. Оказалось, эти твари постепенно к нам подкрадывались. Надеюсь, что ты такой будешь последним, а? Потому что я устала. Вот, старый ключ. Старый ключ, совсем другой разговор. Лифт не работает. Emergency, emergency. Поплыли дальше. Да, я так и думала. Мне кажется, мы сейчас опять геноцид не схватим, потому что мы могли вернуться назад и открыть дверь ключом этим самым, там, в самом начале уровня. Но, блин, ну реально столько времени мы на это потратим. Мне кажется, это большой риск не получить S. А я все-таки хочу S. Тем более я понятия не имею, что там за той дверью. И нужно ли ее открывать вообще? Уровни, однако, замудренные стали. При первом прохождении толком ничего не соберешь. Я помню, здесь была рыбка. Как она, кстати... О! Как она, кстати, называется? Этот мелкий паразит. Наверное, лучше подлечиться, потому как нас ждут скормильоны. Скормильоны. Наши милые, прекрасные скормильоны, которых я жутко обожаю. Сейчас мне шоковые гранаты сильно пригодятся. Доброго времени суток, уважаемые скормильоны. Я рада приветствовать тебя на борту королевы Зенобии, где вас ждет идеальное обслуживание чудовищ. Пара выстрелов в голову, и вам уже ничего не надо будет. Сколько крови, сколько крови! Дайте мне хоть минуту подышать спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Оу! Гаденыш! Еще стрелок! Да оставьте вы меня в покое! Так, сейчас их два здесь. Два скормильоны. Один с зеленым значком. Я не могу сказать, что меня это сильно радует. Что я невероятно счастлива. О, третий! Нет, ну вы реально с ума все посходили. Три скормильоны? Ноги я ему отстрелила. А вот дальше-то что? Дальше что, я тебя спрашиваю, Джилл? А, что это было? О, нет, нет! За какие такие заслуги? Постараюсь его закидать шоковыми гранатами.
Последняя, кстати. Там еще зеленый вон идет. С зеленым значком. Ах ты! Порождение! Ух, ладно. Не буду ругаться, а просто молча отомщу. Прощай, Ранкес. Мне будет тебя не хватать. Мы с тобой были хорошими друзьями. Но иногда случается в жизни, что такие твари попадаются. Весь кайф портят. Я вас ненавижу всех. Я вас всех ненавижу. Еще один стрелок. Нет, ну, ребят, вы реально балдели. Кажется, остался последний с карамельоны. Зелененький. А, ты, оказывается, у нас еще и по воздуху ходить умеешь. Вот он, последний из кармельона. Сейчас мы с ним и разберемся. Оу. Ну, наверное, сейчас все будет проще. Он же не закрывается уже от наших атак. О, конец уровня. Джилл, я тебя сейчас очень прошу, скажи, что это было безукоризненно. Успокой меня, пожалуйста. Мы же с тобой подруги, пожалуйста, скажи, что это было безукоризненно. А, это было безукоризненно, да! Это было жестко. Да уж, несмотря на то, что мы снова не получили бонус геноцида и вообще ни одного бонуса, я все-таки рада, что мы получили ранг S при первом же прохождении. За достижениями вернусь позже, как мне стало известно, будет реально уже прокачивать мощность оружия независимо от его уровня, но это позже и за большую цену в магазине. Но пока у меня это недоступно, я говорю вам до свидания, увидимся в следующей серии, а пока... Спасибо всем за внимание, за просмотр, с вами была Миссионер Джейн, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, посетите мои творческие страницы ВКонтакте, ВКонтакте и на YouTube. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание и до новых скорых встреч, мои дорогие уважаемые друзья!